Дорогие друзья, всем привет! Сегодня будем ремонтировать вот такой вот Ford Mustang. Проблема с ABS непонятно какая, но сейчас посмотрим. Я уже подключил диагностику для того, чтобы почитать, проверить, что к чему. И по результатам будет видно, что с ней дальше делать. Кстати, не могу не заметить этот, в принципе, классный салон. Это вроде так как чехлы, но видите, они тут... Получается, вот он идет такой с логотипом, с своим изображением. Вот такой вот, видимо, заводской. Тачку притащили с Америки. Такая супер панель. Руль тоже красненький. Бочина, вот эта вот накладка. Дверная карта. Такой неплохой мустанчик, кстати, да? Неплохой. Что скажете, пацаны? Напишите в комментариях, что думаете по поводу такого салона. Я думаю почему-то, что ему это идет. Так, что нам там далее показывает? Так, диагностика. Ну, кстати, прискорбно, что мотор 2,3 литра всего лишь. Такой лайтовый. Но 2,3 турбовый, скорее всего. Я даже под капот еще не заглядывал. Так, делаем, выбираем быстрое тестирование. И пока тестируется, пойдемте посмотрим, что у него там под капотом. Ну, кстати, да, 2,3 EcoBoost, турбо. Ничего такого, в принципе, сверхъестественного. 21 года тачка. А вот ошибочки подъехали. Ну, я так понимаю, все указывает на то, что якобы панель приборов жалуется на то, что связь потеряна с системой круиз-контроля. Это ABS. Потом системой ABS. Несветные данные получены от поддерживающей системы. Короче, тут что-то проблемы с коншиной, походу, я так предполагаю. Потому что блок АБС не вышел вообще на связь. Так, давайте-ка это все надо сделать скриншот, чтобы потом понимание было, что и как с чем работать. Какие ошибки были. Удаляем все. Так, ошибки удались. Выбор системы. И выберем саму АБС. В быстром тестировании он показал, что якобы... этот модуль не отвечает, пробить придется предохранитель, туда-сюда. Ну, мы начнем с проверки, конечно, предохранителя, а там как пойдет. Нет, отзыва не надо. Все, да, проверим преды, а там как пойдет уже. Блок предохранителя, который стоит у него под капотом, 62-й пред, это вот этот вот 5 ампер по схеме, точнее, ну просто по блоку предохранителя, если в интернете брать с 15 по 20 год, автомобиль 21 года, вот это идет блок АБС, питание блока АБС, но 5 ампер как бы для блока мало, но вот этот, здесь все преды живые. Я снимаю фишку самого блока, вот он блок, и если брать по распиновке, внутри там самой фишки есть распиновка, первый пин, постоянный плюс. Вот 30 пин, тоже плюс. Я не отчитывал, но если отчитать вот отсюда, вот до сюда, вот здесь постоянный минус. Питание здесь силовое есть. Я лампочкой нагрузочной проверяю, у меня все горит, все работает. И дальше, если брать вот эти два пина, раз, два, коншина, это can-low, can-hick, оно присутствует. Я открыл схему на кармине, посмотрел эту схему и очень любопытно, что понял. Конкретно по 21 год на кармине бока, точнее, ну, схемы на этот автомобиль нету. И я что делаю? Ныряю к блоку предохранителя, который находится на стороне пассажирских ног. Там стоит, кстати, типа как блока, ну, БСМ, это его БСМ. И что я замечаю? Сейчас покажу. Может быть, конечно, видео плохо передаст, но, как может наблюдать, вот одной из фишек, где зеленый такой корпус, там гнильцо. Есть маленькое такое гнильцо. Что за фишка, еще не знаю, пока еще не снимал накладку, но сейчас буду дергать. Учитывая, что питание на блок АБС у нас приходит, учитывая, что коншина туда тоже приходит, туда должна прийти коншина, и само собой с блока должна уйти. Но пока я там смотреть не буду, вот здесь вот разберу порог, этот порожек сниму и
доберусь до фишки, выдерну, проверю, что там сгнило. То есть, если там примерно сигнал будет коншины в этом разъеме, значит, пока копаем в правильном направлении. Плохо, что нет схемы на него. Порог снят, смотрите, тут до фишки я добрался. Не сказать, что ну что-то прям криминальное, прям сильно сгнило, но что-то там есть. По крайней мере, проводку я дергаю, она, по крайней мере, у меня, ну, то есть, провода не вырываются с самих пинов, значит, не все так кошмарно. Но я фишку снял, и у меня автомобиль, сейчас я хочу просто даже включить зажигание, а у меня не получается, потому что блок БСМ, ну, в нем-то ключики хранятся, и поэтому он говорит, что ключей якобы нету. Нет ключа, и, само собой, зажигание включить, проверить не вариант. Но какие-то подозрения у меня, что тут лазили. Вот эта вот изолента, она вообще как бы вообще не его. И с Америки не секрет, что автомобили прилетают. Многие они или битые сильно были куда-то, или что-то еще. Но если ВИН-код вбить в Google, то можно проверить. Само собой, ВИН-код я вам не скажу этого автомобиля, но сам посмотрю. Возможно, это как-то немножко облегчит работу. Так, сейчас я проверю здесь какие пины, что у них приходит. Если что-то связано с сканом, по крайней мере, может быть, фишку разобрать, почистить. Дальше проверять. Смотрите, что я нашел. 2017 год Ford Mustang 5 литров по схеме соответствует блоку ABS, который у нас сейчас есть. Хотя тут не 5-литровый, а 2,3 по ВИН-коду. Так, смотрите. Блок управления, предохранитель, который находится под капотом. Пятый пин, пятый пред, 28, 62, 20, это все относится к блоку ABS. Пятый пред у нас питает, приходит питание на первый пин, кстати, я вот проверял лампочкой, у меня там все есть четенько. 28, 30 ампер у нас приходит на 31 пин, там тоже есть плюс, кстати, тоже я проверял. Далее, 62 это 5 ампер, он питает у нас 35 пин, это вот, кстати, 1. Да, вот там тоже плюс есть. Три питания. Три питания приходят на блок управления ABS. И еще есть 20-й предохранитель 10 ампер. Он идет на брейк педаль позишн. Ну, это датчик педали тормоза. Ну, стопаки у меня горят, поэтому питание там тоже присутствует. Далее, что нам надо? Вот, коншина Can Hick Can Low, который у меня присутствует. 42-й, 43-й пин. Вот раз, вот два. И, я так понимаю, VDB2526 это коннектор, через который все соединяется, компьютер Data Lines. Если брать уже вторую схему, точнее, вот сдвинем этот угол, Steering Column Control модуль, это датчик, ну, система стабилизации, третий, четвертый пин, Can-Hick Can-Low, плюс инструмент, панель, кластер, щиток приборов, он тоже жалуется на отсутствие связи с ABS. Так, Can-Hick Can-Low там тоже есть. И. Но здесь у нас нету. А вот еще есть Body Control модуль BCM. Но тут другая линия. Can уже идет. Там VDB 0.5 уже соединение. 10-9 пин. Но нам это, скорее всего, не пригодится. Нам нужно соединение силовое. Потому что коншин-то в автомобиле не одна. Скорее всего, тут где-то 3, как минимум, если я уже посчитал. Вот Green, White. Тут есть еще white blue, white чисто есть, это получается уже две коншины. Я так предполагаю, нам надо прозвонить проводку, прощупать соединение VDB2526. Can-Hick Can-Low, кстати, Can-Hick Can-Low у меня присутствует. Хотя я не осциллографом это все вымерял, а просто смотрел обычной пандорой. То есть сигнал пандоры, если коншина Can-Hick Can-Low нормально висит, то есть, как бы, вольтаж соответствующий, Пандора показывает, что, типа, обнаружен Can-Hick или обнаружен Can-Low. Поэтому я, как бы, склонен ему доверять. Далее идем. Следующая схема. Я, кстати, вырубать не буду, сразу показываю. Уходим назад и выбираем Body Control. Body Control модуль. Раз. Это питание. Нам это не надо. Скорее всего, бодик-то запитан. Если был бы не запитан, автомобиль бы фиг заводился. Далее идем. Вторая страница. И тут надо идти ABS. ABS, ABS, ABS. Вот, нашел. Не нашел, не нашел, не нашел. Стеринг, стеринг, старт.
немножко меньше сделаем, чтобы читабельнее было. Я пока еще не вижу, конечно. Но у нас есть еще третья страница. Так, так, так. Вот он, нашел. Anti-lock brake, engine control system, mirror system. Fuse 23, 10 ампер. И SSB08. Знаете, что еще? Напоминает мне эта ситуация, напоминает коншину в системе X-Trail, нового X-Trail, у которого, кстати, моросит. И есть соединение вот этих коншин, то есть где-то ж по автомобилю разбросаны фишки, которые просто запитаны. То есть соединение коншин, конхи, как анвол, кстати, тоже может что-то моросить, да, скорее всего, не знаю. Болезнь автомобиля такая или не такая, ну, без понятия, ладно, будем копать дальше. Если залазим в компьютер Data Lines, здесь мы видим схему соединения касаки коншин. Но на первой странице этого всего нету. Вот первая страница, мы ее просто пролистываем. Я уже нашел, просто вам покажу, где находится. Смотрите, ну я был прав. Left rear of engine comp, anti-lock brake system, ABS модуль, 43-42 пин, раз, два. VDB26, это соединение, я правильно понял, это соединение этих коншин. Вот они как раз таки идут. Теперь надо выяснить расположение, где оно находится, вот это соединение. В автомобиле, где он находится, это соединение, вот этот момент. Ну да, VDB25-26, он соединяет сразу еще и радар адаптивного круиз-контроля. Кстати, он тоже жалуется, что он отвалился, само собой. Стабилизация жалуется, понятно. Далее идем, что у нас еще тут есть. Head-up display. Не знаю, этого что-то я не заметил, ну ладно, это другое. И система стабилизации, вот, да. Видите, что купим. Это все соединение VDB26. Надо найти, где находится это VDB26 и его проверить. Если брать, так, смотрите, вот. Grey blue, green, orange. Оранжевый, зеленый, оранжевый и серый, голубой провод. Так, 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 ребятки, дело пахнет интересным жареным. Хватит сигналить. А вот инструмент панель кластер, это уже другая сеть коншины. Это уже зеленый, белый провод, это другая уже коншина. Это уже именно сам кузов. Короче, ребята, да, вот оно. Надо найти, где находится VDB25 и VDB26. Вот это вот соединение. Ребят, я снял фишку с блока ABS, подключил на первый пин кабель трекер и второй конец кабель трекера воткнул в провод 42, в пин 42, идущий как раз таки канхик высокий. Здесь отключил фишку. С моторника здесь фишки тоже снял сразу. Этот провод, который мы сейчас звоним, он проходит вот через вот эту вот, вот это вот соединение. Уходит вон туда вниз и вот по этой косе, которая вот тут вот заизолирована типа термоизоленты, уходит вот туда вот к пассажиру в ноги. Там, где вставляется диагностический разъем, это разъем вставляется в сам гейтвей. И я кабель трекером звоню, у меня вот эта фишка называется C4846, на ней соединяется как раз таки через него, вот здесь вот соединяется, идет уже ровным ходом вон туда вот на сам гейтвей провод канхик, который я сейчас звоню, ну канул тоже должен идти, поэтому сейчас вот
Нажимаем. Проблема еще в том, я вот заметил, что... Сейчас, момент. Немножко так иголочкой ткнем. Вот. Раз. Но почему-то еще у меня... Я вот звоню Канхик, но у меня и Канлоу тоже одновременно звонит. Значит, скорее всего, где-то замыкание, правильно? Я правильно же понимаю? Ну, вроде как правильно понимаю. Вот, вот так вот примерно. И здесь цвета проводов. Кстати, вот через эту фишку тоже это все идет. Сейчас, момент. Вот. Зелено-оранжевый и серый, который рядом с ним. А, нет. Вот он, серо-голубой. Вот, соединяются. Оно еще идет вот сюда. Еще идет вот сюда. Я фишку эту снимаю. Вот я вот эту фишку верхнюю снял. У меня здесь все так же звонится. И звонится оба пина почему-то. А здесь как раз цвет проводов, который у нас идет по схеме. И вот они находятся внутри. Вот они. Синий, серый. Точнее, синий, ну серый, да. И с этой стороны оранжево-зеленый. Ребята, короче, смотрите, блок АБС вышел на связь, и у меня тут висит ошибка по частота вращения левого переднего колеса. Вот на эта ошибка. Я что сделал? Я утром пришел, вчера вечером уже, ну, не до этого автомобиля было, там, Panamera, там, Lexus. Короче, я скинул все фишки, обесточил каждый блок. В багажнике добрался, там два блока стоит. Я даже, честно говоря, не смотрел, что это за блок. Я просто вижу блок, снимаю фишку. Все очень просто. Вижу блок, снимаю фишку. Снял, все обесточил, скинул клейму, накинул клейму. Отключу все блоки обратно. Делаю диагностику. Через... зашел, кстати, лаунчем не через ВИН-код, интеллектуальная диагностика, которая есть, а сам выбрал автомобиль. У меня определил тот же ВИН. Все, быстрое тестирование. И у меня сразу шух. Вывалил все ошибки, которые есть. И по АБС тоже. Кстати, АБС вышел на связь. Хрен его знает, что это могло быть. Глюк обычный или же какая-то неисправность проводки. Но вряд ли проводки, потому что, учитывая, что питание на блок АБС весами или приходит, коншина приходит, как бы провода живые, целые. Скорее всего, может, какой-то программный глюк. Хрен его знает, ладно. Теперь вопрос остался разорваться с колесом. Ну и собрать. Ну и вот здесь вот все собрать. Собирать, все уложить на место. Ну, тут как бы разбор вообще, кстати, не сложно. Автомобиль, он какой-то весь держится на говне, короче, одним словом. И, кстати, в начале ролика говорил, вы помните, вот эта вот штука, это не заводская. Это снимали, снимали, короче, и на обшивку это все отдавали. И здесь, и здесь, и здесь. Хрен его знает. Я думал, что-то заводское, но, видимо, нет. Ладно, это не суть нашего ролика. Ребята, я снял колесо, снял подкрылок, добрался до фишки. Проверяем питание. Минус. И плюс бортовая сеть. С питанием вопросов нету. Проверим теперь датчик. И на самом датчике я вот фишку воткнул. Ну так, щупычисто. У меня сопротивление бесконечность, а должно быть 4,4 мегаома. Значит, датчик у нас просто отъехал. Ребята, на этом можно, видимо, ролик подытожить. Почему блок АБС не выходил на связь, мне вот до сих пор сейчас непонятно. Возможно, просто глюк, какой-то сбой в самой шине. Может быть, гейтвей в этот момент какой-то заморосил. Непонятно, короче. Может быть, ламч неправильно как-то его читает, вычитывает. Или же снятие всех фишек, подключение всех на место, это, может быть, как-то помогло, поспособствовало. Но, тем не менее, сейчас выходит на связь, конкретно неисправность в блоке АБС показывает. Датчик поменяю, соберу, проверю, я думаю, все будет четко, автомобиль поедет дальше. Вам, если контент зашел, не забывайте на него реагировать. Я с вами прощаюсь, пацаны. Ставьте лайки, увидимся в новых роликах. Пока.